Всем привет, вы на канале Крипто NFT. Сегодня у нас еще один розыгрыш от Сандбокса. Нам нужно пройти определенную карту, Вилла Делюкс в данном случае. И случайно 50 победителей получат 200 мсанд. Один мсанд в среднем стоит 2-3 доллара, то есть можно заработать 600 долларов буквально за... Для начала нам нужно перейти в саму игру. Если у вас уже есть аккаунт, отлично. Если аккаунта нету, то попробуйте, может прокатит. Выбрать здесь карту Вилла Делюкс. Если она недоступна, то розыгрыш уже кончился. И нажать Play, чтобы у нас запустилось наше приложение. В данном видео я не буду делать обзор, как проходить карту. Я так понимаю, в этом нет смысла. Поэтому просто скину в описании ссылку на прохождение. Чтобы ее найти, пишем Вилла Делюкс Speedrun. Наша основная задача — это сфоткаться на какой-то уточке и пройти всю карту. Вот за 2 минуты тут человек проходит. Поэтому сейчас просто по этому гадику пройдем. И в конце я покажу, что от нас требуется. Так, все, прошли мы все квесты. Уточка, на которой нам нужно сделать скриншот, находится где-то в этом здании. Вот на первом этаже красное полотно. Это и есть наша уточка. Встаем на нее. Удаляем камеру на колесико мышки, на английскую тест, ставим какую-нибудь реакцию и делаем скриншот. Далее скриншот вставляем в Paint, копируем. Из игры можем выйти. В официальном твиттере Сэндбокса я не нашел поста по этой теме, поэтому просто выкладываем себе на страничку скрин. Нажимаем здесь твитнуть. Прикрепляем скрин на Ctrl-V. Копируем нескольких наших читателей. Соболезнуем, кстати. Пишем какой-нибудь текст и отправляем. После этого нажимаем на время. Копируем ссылку и вставляем ее здесь. Имейл пишем тот, который привязан к нашему аккаунту. Имя уже не запрашивают, потому что все его путают. И кошелек тоже вписываем, который привязан к нашему аккаунту. И все, после того, как отправили, остается только ждать. Периодически проверяйте вашу почту или ваш кошелек. Возможно, вам придут сенды. Кстати, чтобы добавить send в свой кошелек, нам нужно написать send, токен, адрес. Это у нас на монета на сети Polygon, поэтому нам нужен Polygon Scan. Кстати, в видео с обзором по MetaMask все это подробно объяснял, как это работает. Можете посмотреть по подсказке справа сверху. Копируем этот номер. Здесь нажимаем импорт токенов, вставляем. Все, теперь у нас на аккаунте отображаются токены Send. Если вы выиграете, они сюда начислятся. В дальнейшем поменять их можно будет на Matic, либо на что угодно другое. Вот на этом сайте QuickSwap Exchange. То есть, если мы выиграем 200 Send, это будет где-то 400 долларов. В принципе, на этом все. Если остались вопросы, пишите в комментарии. По ссылке в описании переходите на наш Telegram-канал. Там много чего интересного. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и всем пока!